Черт. Он способен разрушить все. Я не позволю, чтобы он попал не в те лапы. Предатель. Легион никогда не получит искру. С днем рождения, Рэй. Может, пропустим по стаканчику? Вот так, угощаю. Две чашки лапши. Долголетия. Ешьте, пока не остыло. Скоро начнется комендантский час. Так что мне пора собираться. Может быть, как-нибудь в другой раз. Сейчас что-то не хочется. Я давно тебя не видел, Рэй. Ты знаешь Урса, он дни напролет сидит в заперти и ковыряется в своих безделушках. Чуть не забыл, у меня для тебя сюрприз. Это новейшая разработка Урса. Бум или боевое устройство, многофункциональное. Работает как устройство слежения и как рация. Я специально его состарил, чтобы оно выглядело так же, те, что мы использовали в свое время. Давай покажу, как оно работает. Внимание всем зверожанам! Внимание всем зверожанам! Всем срочно собраться в лошичней Чуаня для празднования дня рождения Рейтона. Повторяю. Довольно, ешь свою лапшу. Да, Урса, давай потише. Бесконечные комендантские часы и обыски, которые начались после большого взрыва, выбили всех нас из колеи. Когда же все это кончится? Что ты так боишься? Этим железным псам из легиона недолго осталось тявкать. Я недавно задал им жару, взял и взломал их систему трансформаторов. Рэй, присоединяйся к нам. Покажем им, где раки зимуют. Что мы им покажем? Чтобы бороться с железными псами, нужно наше старое снаряжение. О, Рэй, мы с тобой мыслим одинаково. Я починил твой кулак. Да забудь ты уже про это барахло, сейчас точно не до него. Барахло? Я, может, и не успел починить доспех целиком, но восстановил хотя бы кулак. Ребят, не шумите, у нас недавно усилили охрану. Прошло уже 6 лет, пусть даже ты починил этот кулак, что нам с ним делать? Шанс упущен, наше время прошло. Я думаю, ты поторопился, Урса. Дай ему время. Прошло уже 6 лет. Он что, собирается прятаться до конца жизни? На следующий день. Что случилось? Урсу арестовали. Железные псы пришли в лапшичную и забрали его. Эта вещь была у Урса, но я ее спрятал. Все эти ветеранские штучки не для меня. Пусть это лучше будет у тебя. Это устройство еще работает. Попробую узнать, как дела у Урса. Тюрьма башни Светоча, заключенный 41. Урса, докладываю. Урса забрали в башню Светоча. Ну все, теперь ему точно крышка. Еще ни один зверожанин, попавший в башню Светоча, не выходил оттуда живым. Что же нам делать? Я отправлюсь в башню Светоча и вызволю Урса. Ты точно готов рисковать? Ты знаешь, что кроме Урса у меня не осталось друзей в Светоче. Урса оставил это для тебя, знал, что оно тебе пригодится.
О май гад. Зайчик, убийца из моих снов. Вот он. ADC Space. Прыжок. Ну да, чтобы двигаться, погнали. Чтобы прыгать. Джейка. Это же один за мех и мех за, да, меховое братство. Меховое братство отлично звучит. Старый город. А, он будет выше прыгать, типа. Да, че я не могу запрыгнуть? Почему? Почему мы должны сторожить этот сломанный трансформатор? И почему нам не разрешают подзарядиться? Говорят, какой-то тупой медведь взломал нашу систему, и все трансформаторы в городе накрылись. Разве? Разве тогда медведь не повязали? Если так говорят, то я скоро совсем разряжусь. Тогда закрой рот и помолчи, сэкономишь энергию. Transformers, what did Urso get up to? Пузырёт какая-то, что? А что у меня? Нормально прыжок от стены. Ага. У меня теперь есть прыжок от стены. Прикольно. Очень круто. Картой не воспользоваться. Похоже, функция отслеживания пока не работает. Рейтон вызывает Урса. Рейтон вызывает Урса. Нужно срочно добраться до башни Светоча. П, нажмите П, чтобы открыть информацию о персонаже и особые способности. Угу. И чё? Ага, это особые способности открылись, да? Я не понимаю. Ага. Я понимаю, все. Пострели бум.
Че, схватить не могу его. Это поталочка какая-то, прикольно. Эй, дружище, посмотри, как прекрасно сегодня луна. Никого нет дома. Жички. О, это что это? Так, П. Я люблю читать. Угу. Восточные новости. А че не могу поломать? А че такое? Уже как-то... Кто узнает? Опа, пошли вниз. Не можем пройти. Собачьих патрулей стало больше, значит башня Светоча уже совсем близко. Соберите 3 единицы, чтобы увеличить маг запас ОЗ на 1 блок. Экстракт ОЗ наполняет тело питательными веществами и повышает выносливость. Чтобы достичь желаемого эффекта, нужно сразу использовать 3 порции. Неспроста крысы так сильны. Так, это мы открыли. Там мы назад пришли. Я не допрыгнул. Классная игра. Ах ты ж. Да, бэкграунд вообще крутой. Завораживает просто. Это же Рэй, вышел в комендантский час воздухом подышать.
Я слышал, что Урсу арестовали, и ты с этой большой штукой на спине собираешься его спасти. Ты, как всегда, держишь ушки на макушке. Я иду в башню Светоча. Покажи мне чайший путь до нее. Ты не привык ходить вокруг да около. Снаружи башни Светоча есть вентиляционное отверстие. Добраться до него можно, пролетев по ветру. Этот радиопередатчик Урса сделал. Дай-ка взглянуть, Рэй. Готово. Я сам скопировал эту карту. Эта информация не на продажу. Но ты спас мне жизнь. И я хотел тебя отблагодарить. Сдается мне, ты и помогал Урсе дорабатывать функционал слежения у радиопередатчика. Хе-хе, ты раскрыл наш секрет? Еще наша организация захватила терминалы железных псов. Рэй, используй этот терминал. Так, у меня карта должна появиться, да? Это я пришел оттуда. Я могу... Опа. А в начале какой-то... Что это за росточек-то? Отдалить. Приблизить. Что это за росточек такой? Вернемся назад. Получено семена. Охранник с улицы Жофра. Не с места. На улице Жофра всем заправляет крысиная банда. Чтобы войти, тебе надо получить разрешение нашего босса. Нет? Тогда катись отсюда. А что, если мне очень надо пройти? О, похоже. У нас тут трудный клиент. Можешь попробовать, но если ты не хочешь, чтобы зверожане дрались со зверожанами... Есть и другой способ пройти. Вот скажи мне, докажи, что ты настроен серьезно. Скажем так, 50 тысяч звера нет, и ни монетой меньше. Может, тебе проще будет банк ограбить? Слушай, я ведь предупредил. Стоит мне только пискнуть, и сюда сбежится вся крысиная банда. Выбор за тобой. Сейчас главная задача спасти Урса. Мне некогда припираться с крысиной бандой. Пойдем. Так, ну мы все тут прошли, как бы. Мне надо вот в эту точку. Я могу тэпнуться вот туда. Или нет? Наверное, нет. Придется бежать. Так, еще пару минут спустя. Подожди, Джей. Опачки, мы можем что-то разблокировать. Это что? Казнь. Любая атака, наносящая врагу много урона, с некоторой вероятностью ослабляет его. Подойдите к ослабленному врагу и нажмите L для казни. Че се? Это что? Апперкот. V и J. Нажмите V и J одновременно, чтобы подбросить противника в воздух и нанести небольшой урон. Я хочу вот это. Я больше не могу ничего. JJK. Не хватает денег. Надо 100 монеточек. Так, теперь я могу делать апперкоты. И прикольно. Нажмите M, чтобы открыть меню карты. Буме.
Это позволит вам уточнить информацию о своем текущем местоположении. Мотор, мотор. Одной бутылки хватит, чтобы не спать всю ночь. Один глоток и влетишь на самый верх башни Светоча. Всего 10 зверонет за бутылку. И внутри особый секрет, что скажешь, Рэй. Слухи, которые ты распространяешь, куда интереснее, чем твой мотор, я слишком занят. Просто Джейка. Ой, я тут не могу выпрыгнуть. Очень странно. Блин, апперкот не получился. Я туда, куда надо. Ну давай вернемся. Угу. Ну вот такой апперкот. Там надо комбы, конечно, изучать. Тут не ломается. Так, это что, первый босс? Разве они еще не взяли того гада, взломавшего терминал? Зачем босс поставил нас здесь, караул? Он работал не один. Преступников целая группа. В прошлый раз они чуть не украли бур-трансформер. Бур надежно охраняется. Пытаться пройти внутрь — это чистой воды самоубийство. Проникнуть в башню Светоча без бура невозможно. Чтобы подняться на башню Светоча, я должен заполучить бур-трансформер. Надо вернуться, найти того, кто знает, где искать бур. И прикольно. Опа, полетели. Опа, я сейчас не понял. А чё я не могу? Я падаю постоянно. Слушай, оно мне показывает, назад нужно идти. Что это за знак вопроса? Может, там бур найду? Чего, знак восклицания? Офицер, мотор — это просто морковный сок с водкой. Я безобидный торговец липовым снадобьями. У меня нет никакого оружия. И полегче. Нужно оружие. У меня кое-что есть. Что там? Какая, чуть не попался. Торговать оружием становится все опаснее. Ван, где мне найти бур-трансформер? Тссс, потише. Это дело не шуточное. Организация однажды отправила мастера Ву стащить его у железных псов. А теперь, значит, и тебе он понадобился. Все верно. Его наверняка охраняет целый отряд железных псов.
тебе лучше поговорить с мастером Ву, он тебе все расскажет. Воспользуйся потайной дверью в левой части моей комнаты. Там ты найдешь мастера Ву и его ребят. Спасибо. Для своих лет мастер Ву в отличной форме. Все благодаря мотору. Хочешь бутылочку, чтобы немного взбодриться? За мой счет. Все-таки ты меня спас. Уно. Забухал. Опа, тайной двери. Нажмите 3. А затем удерживайте У. Чтобы использовать его, восстанавливает немного ОЗ, расходует 1 ОЕ. Так, куда мне дальше? Непонятно вообще. Мы к мастеру уйдем. Да, неудобно на клавиатуре играть, конечно. Не очень удобно. Опа. А кто такой? Я чё не бью? Да, такое скучно без супер удара играть. Пока зайчик выкачается. Что это такое, Джей? Я могу что-то сделать? Вихревой удар. А, это дополнение. JJJK. 200 стоит, не хватает. А это что? JJK. Это мы приобретем. Такой JJ. JJK. Вот это вот так оно. JJK. Не, ничего не хочу. А, это просто... Да. Так, куда мы идем? Не, вообще наверх, там что-то дверь какая-то. Опа. Нет, не получается. Сделать. Опачки. Восклицательный знак. Наверное, мастер У. Мастер Ву, you still got some. Мастер Ву, вы не потеряли хватку?
О, да, это же маленький Рэй. Чем старик вроде меня может тебе помочь? Мне нужен Бур-трансформер, и мне сказали, мастер Бу знает, где его найти. Ясно. Они взяли Урсу. Бур нужен мне, чтобы подняться на башню Светоча. Я спасу его, чего бы мне этого не стоило. И за этим ты откопал свой старый кулак? Что ж, организация уже пыталась заполучить Бур, но у нас ничего не вышло. Железные псы укрепили охрану, так что бросаться в бой, сломя голову, чистой воды самоубийство. Прошло много лет, я не уверен, что ты еще в форме. Внутри есть несколько тренировочных манекенов. Для начала разомнись, а потом я покажу тебе пару трюков. JJL. JJ. Прикольно. JK. Подожди, прыжок. Прыжок JK. Подожди. Прыжок. Нет. Подожди, может так? Надо было с апперкотом. С апперкотом, потом в воздухе его джахнуть. Мы с апперкотом бьем, потом вот так и вот так. На! Это я мощный. Не дурно. Сколько лет минуло? А ты все так же хорош. У твоего энергокулака огромный потенциал. И мой силовой удар — это то, что тебе нужно. Это мелочь, как-никак. Твой кулак — механическое устройство. Если хочешь сделать его сильнее, придется использовать техники Легиона, чтобы научиться их применять. Тебе потребуются диски данных. Диски данных? Да, я как-то услышал разговор двух железных псов. Их местный босс, его зовут Дикарь. Сейчас в центре города, и с собой у него должен быть один диск данных. У нас слишком мало времени. Мастер Ву, позвольте я сначала спасу Урса, а потом я буду искать диски данных. Рэй, не обижайся, но ты пока слишком слаб, чтобы бороться с Легионом в одиночку. Одолей Дикаря и покажи, на что ты способен. Только после этого я смогу сказать тебе, где искать Бур. Хорошо, я найду Дикаря и достану диск данных. Силовой удар, который я тебя научил, поможет тебе не только справиться с врагами, но и пробиваться через защитные барьеры, которые железные псы наставили по всему городу. Думаю, ты без труда разыщешь Дикаря. Точно. Если тебе понравилось видео, подпишись на канал. 15 лайков и следующее видео. С вами был Розе. Всем до новых встреч.